Итак, всем привет, друзья! С вами Влад Широков, это мой видеоблог. Всем привет, друзья! Я Влад Широков, это мой видеоблог. Сегодня в таком светлом стиле я расшторил окно и решил поснимать с дневным светом. Я думаю, это намного прикольнее. Не все же только ночью что-то темное все время творить. Думаю, так будет намного интересней. И как-то что-то новое. В общем, это будет однозначно что-то новое, что немаловажно. Смотрел разных блогеров, клик-клэк, там подкасты, потом подкасты Мезенцева, «А поговорить». И сейчас тоже смотрел вот Мезенцева, его интервью. Потом смотрел Дудя, смотрел Эсквайр, потом американского блогера. В общем, я пришел к выводу, что сейчас очень важно качество, и качество картинки, и качество звука просто колоссально, не как раньше. Ну и, конечно, сюжетная линия, потому что слишком рынок перенасыщен. Реально приходят люди, также вот месяцы про это говорю, приходят люди с огромным продакшенами, то есть телевидение сейчас перешло в YouTube, и с ними приходится как бы бороться, но не то, что бороться, а конкурировать за время зрителя. На самом деле время как бы зритель любого человека найдется, просто всему свое время и главное качество контента. Но я пока вот стремлюсь только к качеству контента, и этот вопрос нов для меня. Я изучаю именно монтаж и картинку, пока не набью как бы шишек в этом и не скажу, блин, очень круто, мне безумно нравится, не буду заниматься рекламой. Да и вообще для себя я решил, что реклама мне как бы не нужна абсолютно, потому что у меня были такие периоды, что я тратил деньги там в Инстаграме на рекламу, какие-то гивы. Это все абсолютно не работает. И просто самое важное – это делать контент. И я вот сейчас занялся именно качество техники, лучше вот такими техническими аспектами. Потому что, ну, допустим, ты потратишь на рекламу, да, 10-20 тысяч рублей. Это, ну, приличная сумма, это минимум, да, что нужно хотя бы. А этот пост принесет там 100 человек, допустим. Ну, не знаю, 200 человек. Ну, пусть даже 1000 человек. А что это даст? Это даст, на самом деле, очень мало. Я лучше 20 тысяч также отдам на новый микрофон, либо на крутой объектив, либо добавлю на другую камеру. Но это когда ты уже выставил все, в принципе, все по картинке, все свои возможности, тогда да, тогда уже... Если ты хочешь вкладываться именно в блог, и помимо того, что ты развиваешься сам и развиваешь свой продукт как себя и свой продукт, получается, без каких-то средств и технических аспектов, то уже можно заниматься рекламой. Но пока у меня сейчас априори стоят другие интересы. Интересы – это покупка MPC P226, либо АК MPD-232 или 226, научиться играть в Эблтоне, нормально звук делать, также научиться обрабатывать звук со студийного микрофона этого, купить камеру Sony A7 III, а потом постепенно набрать на объектив 16-35. Вот это самые важные вещи для меня на сегодняшний день, и о скрутке блога как бы речи не идет вообще. Пока так, потихоньку. Я рад всем, кто поддерживает, ставит лайки. Спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень вам признателен. Спасибо за просмотр.